Им нужен дом. Им нужна забота. Им нужна семья. Любящие ручки мамы и папы. 5 сентября. Новое реалити об усыновлении «Зови меня мамой». Маленькая. В котором у детишек и родителей впервые в жизни появится шанс стать самыми нужными на свете. Чувствую, что я уже готова к этому. Если в России станет на одну приемную семью больше, значит, наше реалити оказалось кому-то очень нужным. Это уже по-настоящему. Это уже не сон. Поедешь к нам жить? Молодец. «Зови меня мамой». Самое нужное в мире реалити, в котором выбирают сердцем.